Депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Владимир Виницкий, начальник теруправления Кубинка, а также руководители управляющих компаний и представители Мособлгиирц встретились с жителями домов на улице Армейской в Кубинке. Обсудили вопросы, которые касались помощи участникам СВО, тарифов ЖКХ и благоустройства городка. В протоколе встречи записали все жалобы, наметили пути их решения и сроки исполнения.